Он, конечно же, выбрал регби. И интерактив, который он должен был придумать вместе с тьюторской командой, они решили, что ребята, старшие мальчишки, будут всех пришедших учить некой хаки. И оказывается, ну это большая история, я думаю, папы сейчас понимают, о чем я говорю. Знаменитая команда, сборная команда Новой Зеландии перед матчами всегда танцуют приветственный танец хака. Это ритуальный танец племени маори. И что получилось, мы уже видели на концерте центрального дня. Человек уникальный, и мы уже можем приветствовать аплодисментами наших мужчин, наших самых главных, самых сильных. И давайте, девочки, все, вот тьюторский состав, все наши команды, девочки, поаплодируем им. Уж сколько крови они у нас попили, уж сколько великов у нас перетаскали, но все прощается, потому что и помощь была от них колоссальная. Мужчины первой смены на лагеря «Патриот». Хака! Thank you.
Это были эмоции, согласитесь. Эмоции сильные. Продолжаем рассказывать про наши сверхъестественные.